Блендер сталкивается. Так, так, дорогие друзья, с вами Саня Электрик, Влад Даглас и Миха Даркдрага. Это вторая часть Херобрин Мэнсион. Хера. С первой на вторую. Скажите хотя бы всем привет. Я говорю привет. А, всем привет. Мы не попрощались. Я желаю всем так... А давайте монстров вниз сваливать. А да, как да. Если ударить? Ну мечом, да. Вот. Эх, а еле люблю стрелковое оружие. Кто... А скелетон! Ах ты сука, скелетон! А нам еще выход там найти где-то как-то. Вот я. Не, вот я чем занимаюсь. Найдется. Ой, я Слендермена убил. Вот я чем по-твоему, Миха, занимаюсь? Любовью. Не, я ой, я нашел выход, кажись. Или вход. Боже мой. Ой, я нашел воин. О, тут давайте, тут босс будет. Тут босс будет. Я нажал. Саня ждем, Саня ждем, блядь. Где босс? Ой, я упал, я ничего не выбросил. Босс! А где босс? Нет босса. Звук мне не нравится. Ой, йо, босс! Это босс? Вау, круто. Ой, сзади. Воу, вот это круто. Вот это Майнкрафт. Это сложно. Музыка какой-нибудь такой. В общем, ах ты как? Fuck you guys, I'm going home. О, там скелет в броне. Золотой. Это какой-то скелетон, блин, вообще, вот это же скелетон. Это, в общем, мне Диабло напоминает первое. Ух, у него такие стрелы, что меня откидывает капец как. А то. Я в него тоже стреляю. Так, о, тем временем тут есть разные фичи, так что если хотите, ходите. О, скелетон кинг сейс минорс хе. А, он вызывает. Миньонов, он зовет миньонов. Да. Тех самых миньонов желтых. Вот, надо пластинку убить. Поставить. Ах. Надо пластинку поставить, чтобы дверь открылась. А, надо сначала скелетона убить и открыться. И будет а, мы боремся ради пластинки, я все понял. Да. Голые-палы. Как тут сложно. Так, стоп. Ай, блин, больно. Ай, меня убили. Ладно, убили. Что-то я скелетон убил? А, вот, могу. Не могу. Ах, ой, я убить кстати, это не могу. Я тоже он провалился куда-то. Ёлок. Чё я его убить не могу? Даю. А чё, опять пинг что ли? Да что ж такое-то? Да, а, нет, могу. Убиваю иногда. Он проваливает чё-то. Почему он проваливает? Он пьян. Он стреляет и проваливается. Давай, давай. Да ё-моё, вот это босс. Да ё-моё. Так, а я пока умри, с ним перестрелку. Перестрелку. Тут бы ещё музычку эпичную какую-нибудь вставить, чтобы... Ой, я застрял вообще. Сколько мы его бить будем? Сколько? А прикиньте, как мы Херобрина будем бить? Да, ну... Есть! Кто там? Кто там вкусняшку забрал? Мы его убили! Давай, Миха, оставляй пластинку давай. Вкусняшку. А, всё, да, забрал. Ставь пластинку. Куда? Вот сюда, сюда. Себе вставь. А где Влад? Вставил. Я тут. Опять я вкусняшку ем. Хренилую есть. Вкусняшку ем. Ух ты, ё! Вау, что происходит? Мы перепустились. Так... Это Диабло, кстати, ребята, если подумать, то это больше похоже на Диабло 2. Мы обратно, что ли, перепустились? Да-да-да. Всё, можно идти в замок, я думаю. Давайте. А у меня кстати, Влада нет, у меня Влада нету, блин. Страшно. Стойте, народ, подождите, народ, подождите меня. Влад, где, погоди. Вернитесь к нам, кстати, Влад. Вот Влад, к нам вернись. Да что ж такое-то? К нам вернись. Только попаду в голову за сам. А, вон вижу. Я тоже вижу. Видимо, мы можем уже пройти, наверное, я думаю. Гадите, я пытаюсь подстрелить этого засра. Окей. Голову. Блин, голову не работает. Что-то он опять не проваливается. У меня нет. У меня нет. У меня меч. У него к нему подкрепление пришло. Рыцарь Ланселота. Блин, а я их что-то стейком бьюсь. Не стейк. Еще меч сломался, нифига себе. А, я могу. Сань, тебе надо меч. Потом. Не пока. Есть, убили. Кстати, можем уже в дом пройти или не можем? Давайте пройдем уже, что тут. Смогли! Прикиньте! Окей. Прошли. Что дальше? Ай. Меситься с противниками. Тут вообще хрен поймешь, кто свой, кто чужой. Надо будет обследовать дом, кстати. Вот так здорово, такие вот мини-приключения. А если так что-нибудь наподобие такого еще? Наверное. Да много всего. Давайте посмотрим, обследуем дом пока. Мы это, грабители. А почему? О, кстати, я буду за барной стойкой. Миха, не желаешь ли ты испить? Коктейль, пожалуйста. Это что такое? Тут такая. Тут какая-то дверь. Ладно, встань, лучше ты. Ну-ка, встань. Смотри. А, окей. Желаешь, да, вот, на. Да. Ой. Съем гнилую плоть. Я скинул там. Ай, народ, нападают! Нападают! Help! У меня что-то пузырь пустой. А, убили, сволочь. Пузырь.
Еду к вам. Так, а ты где? О, сколько тут зомби! Блин. Кстати, давай, надо... кстати, люди... кстати, у них лица такие же, как у этого героя Quake 1, когда у него там здоровье. Кстати, мы же это, квест первый прошли, наверное. Наверное, квест 2 надо будет прочитать. В общем, Влад. Давайте, да, прочитаем. Да погоди, тут какой-то зомбарь. Ну, в общем, пытался пройти Quake 2, а у меня звука там нету. Квест 2. Head of to Crypt to find the Skeleton King. Kill him to... О, к нам еще пришел человек. Бейте его. Я буду бить книгой. Он седой пришел. Прикиньте, седой. С курочкой. Он пришел с миром. С курочкой. Ух ты, че? Это че такое? Это че такое? Ой, ёлы-палы. Ой, а где я появился? Блин, я умер. Да что ж такое? Тут не определишься, кто свой, а кто чужой. Мне придется к вам идти сейчас. Давай, мы ждем тебя. Или репортнись. А мы уже... Могу, у меня прав нету, у меня прав нету, пишет. А, ну, у тебя нету прав, придется идти. Ого, котел какой-то, какой-то котел. Ай. Ах, ты седой меня бьешь, да? О, хотите в водичку? Так, у меня есть кость. Так, а где вы? А где Влад? Мы здесь. Я тут. А, вижу. Бей его, Влад. А, меня зомби бьет. Так, сейчас бахну. Мы в какой хоть стране-то примерно? Да мы... В стране России. Мы с правой стороны. Вроде бы. Сейчас попробую. Правое, левое крыло. Во-во, Миха, я иду к тебе, Миха. Обернись. В общем, бар, помните? А, ой. Иди за мной. Мы помним барни. О, кстати, здесь железная дорога. Подожди, Влад. Нет, показалось. Влад, подожди. Окей, не, вы пока развлекайтесь, а я посмотрю. Возвращайся к нам. Сейчас, я только сломаю тут стекла. Не, тут нельзя ломать ничего. Можно. Стекла ломаются. А, тут ой, тут пушка же какая-то самодельная, или что это такое? Это трон. Убейте этого придурка, убейте! Он не заслужил! Окей. Смотрите, так. Я сейчас прям перед вами. Вот, смотрите. А нельзя же бить, блоки? Ну стеклянные можно. Я, идемте просто. Ну, стеклянные можно, вы это сами видите. Квест 2 прочитали? Квест 2 прочитали? Да. Там нужно было убить скелетонового короля. А, значит, там, да, квест 3 читай. Квест 3, начитай. Да, погодите, я не чувствую себя безопасности здесь. Там кто-то есть, погодите. Ну, мы тебя защитим. А я его убью сейчас. Это какой-то необычный зомби. Влад, тебе ноги нужны? Ну, для этого. Я не про это, для костюма. Ой, ёлы-палы. Ой. А, ой, где? Это свинозомби. Мы умерли, что ли? Да. Да. Пошли обратно. Вы умерли. А, я тоже умер. Влад, прочитай пока квест 3. Да-да, пока. Квест 4 или квест 3 там. Так, ворвитесь в этот как-то замок, найдите все нужные херни, арейтовый спайдер, задховый мейдж, бенефовый вещь. В общем, мы должны найти этих засранцев и убить их всех. Пошли на второй этаж, я думаю. Давай, пошлите на второй этаж. Я думаю, на втором. Нам нужно всем набить морду. Ну нам на втором этаже надо искать этих боссов. И человека людей. Бля, замок гигантский просто какой-то. А прикиньте, сколько это все строить. Ого. Ого. Ну да. Стремно на втором этаже. Я бы хотел бы построить. Вы где? Идемте на второй этаж. Идемте. Ой, давай в лаву. Ага. Да не надо. Так, пошлите сюда. Ой, блин! О, как здесь хорошо. Я пойду, пожалуй, на этаж выше. Идемте еще на этаж выше. Слендермены. Да, давай, я прошел на этаж выше. О, ребята, идите на самый верхний этаж. Здесь хорошо. А, не, не хорошо. О, ёлы-палы! Ёлы-палы, сколько здесь злодеев-то? Блин, ребят, я спасать могу. О, ребята, я иду на самый верхний этаж. О, ёлки-палки, за мной зомби гонится маленький. Он быстрый. А, он меня лупасит. Погодите меня. Мы ждем тебя, я тут обороняюсь. Ну, я вообще куда-то ушел. Далеко. Полы-палы, куда меня щило? Меня убили. Блин, меня зомби обнаружили. Да, действительно, первый такой драйвовый момент. Момент. О, ребят, я вообще на самой крыше, с ума сойти. Ох, Влад от нас. Куда там? Влад от нас убегает. Не, я скорее всего убегаю от зомби, который меня преследует. От них не уйти. Почему можно? А нам придется все равно с ними сражаться, чтобы. Тут же кровать есть, но Не, хочу сейчас по крыше пройти, а не получается.
Я нашел какую-то библиотеку. Я нашел библиотеку Херобрина. О, библиотека, иди ко мне. Меня спасешь, мой герой. А, ой, ёлы-палы, меня начинает бить. Спасайте. Да мне тут жопа. Да блин. Всех тут жопа. Мы на каком этаже ты хоть? Я на самом верхнем. Так, спасел. О, тут да. Что-то... Эй, кто меня сюда переместил? Ой, ну это хорошо. Это босс это вроде. Сюда переместил? Это босс? Это босс? Где? Это босс, мы сейчас с боссом босс. Бьемся. Ёлы-палы, он всех убивает. Я нажал кнопочку, и тут босс. Ой, а где моя? Блин, а где? Чё, куда? Где? Чё, чё за... Меха, слепота! Зачем слепота! Это слепота! Ой! Это can you see me now? Смотрите, это тыквы! Ё, чё тут творится? Так, о! А, кстати, ребят, бейте с кустов. Ай, ёлы. Бейте тыкву, бейте тыкву, блин. Тыкву нереально. Надо её, видимо, подстрелить. Блин. Зомби Пикман. Да... Да ё... Куда чё, я? Чё происходит? Он меня телепортирует, сволочь! Мне тоже. О, во, его, это пироман. Хватит меня бить! Его... Есть, я его бью. Есть, есть. Гад, гад, гад. Хорошо, что мы тут прям телепортируемся, когда умираем. Ай, ё... Их аж трое, да ё... Хорошо, что с оружием хотя бы. Блин, чувствую. Ё-моё. Их деревянным мечом, блин, зашибись. А, вот каменный. А, ёп, да что за... Да ё-моё. Да ёлы-палы. А, тьма. Да он не убивает за счёта. Миха горит нет, вообще. Всё, ой, ёлы-палы. Миха сгорел вообще. Хорошо. Я горю! Нет. Ё, это кто такой? С огнём ходит. Это пироман. Его надо, я думаю. Это пироманы. Да, блин. Надо убивать попасть особенно того... Вот эти тыквы, блин, ненавижу их, ненавижу, блин. Да тыкву вообще не реально. Да как мы их убьем все? Да они вообще не убиваются, по-моему. Да я слеп. Опять тьма. Саня вообще в полу входит. Саня вообще пол поменял. Надо этого пиромана убить. Есть тыкву убили одну, тыкву убили одну. Одну. А не, одна тыква осталась живая, с этой, с огнем, придурок, блин. Пироман, давайте его называть пироманом. Окей, о, пироман, скрывай. Это моя грядка, валит. Да я опять ослеп. Люди, помогите, меня бьют. Меня бьют. Я бегу. Да я даже не вижу, где а, ой, меня бьют, меня снова бьют. О, пироман. И сюда. Убил? О, Миха, бей его, бей его. Есть! О, все, все. Неужели мы полностью? Его убили. Мочители мира от фашизма. Боже мой. А куда дальше? А, мы должны пластину. О, сзади, 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 сзади. Саня, Саня, а Саня. Come back here. Симэлектрик, вот это он и есть, походу. Ай, ё. Я слеп. Симэлектрик, ой, ё. Конечно. Принеси на... обратно сейчас же или что-то. Да-да-да. Камбэк, ну, камбэк это и так а. Понятно, это его. Всё, походу мы его убили. А можешь... нет. Смотри, где чего? Он? Где он? Где он? Чё? Где возвращайся он? Сюда, возвращайся сюда. Где он? Он говорит. А, где? Где? Куда можно прыгать? Ёлы-палы. Да. Что не, ж мне... Да не, мне надо... Гор... Где а, он? Он где-то здесь, он где-то он здесь. Где-то здесь. Я портирую-то. А, ой, я даже... ты меня видеть? Слепота. Отвернись, может ли ты меня видеть? Сейчас. Да-да, он походу, он, невид... он невидимый, понял, понял, он, невид... он невидимка. И как мы его найдем? Надо вот как-то так, его найти. Каким... А, смотрите. А давайте ну, все... везде вот эти штуки, вот смотрите, вот эти штуки, может а, как-нибудь... А, может закрыть их надо? Наоборот, открыть. Или не, открыть? Не-не, а может давайте все засядем в углу и будем его ждать, пока он нас ударит. А я слеп. Он телепортировал нас. Сволочь. Да. Где да, он? Ставим вкусной приманкой. Ты видишь меня сейчас? Нет. Нет, я тебя застрелю. Чё там у кого мало бьёт? Здоровья, у кого мало здоровья? У меня нормально, у меня что-то оно возрастает. А смысл, все равно возрождаешься. Окей. Где же ты, а? Пусть броня снялась. Погодите, а давайте вот ходите, будут говорить, что типа я близко. Да ё... О, погодите. Ой. Can you see me now? Может это да не видеть? Да он сто раз это говорит. Не, да, ну да, это да, может да. Значит, что может быть мы где-то рядом. Мне кажется, это рандомно вообще как-то. Он сразу, видите, мы сразу кинули имена, и он сразу нас ударяет всех. Так, я, вот смотрите, я пробую сейчас уйти.
О, погоди, тут какая-то кнопка. Босс файт за по. О, смотрите, ребята, на кнопку надо нажать. Зачем? Зачем? Ничего. Ой, да куда опять? Нифига не вижу. Да ё-моё. Блин, и что дальше? Давайте думать, что это дашь. Не знаю. Давайте подумаем. Куда еще? Да, Dragon, come back here. А так, куда? Камбэк? А что это? О, привык? Погодите, ребят, смотрите. Вот, он мне подсказывает, ломайте, что ломайте, да. Ломайте вот эти штуки. Какие штуки? Зачем? Зачем? Не знаю, может, что-то... О, да, что за... Он меня бьет. Кто? Что? Куда? Почему? Ломайте вот эти штуки, которые... А ты веришь их ломать, наверное? Ну, да. Смотри. О, когда я начал все это делать, меня почему-то слезли. Что мы делаем? Что... Так мы все мы теперь вообще нифига не видим, Влад, из-за этого. Ну, может быть, дело в том, то, что мы видим. Точнее, то, что мы не видим его из-за темноты. Вот, из-за освещения. Так. Может, по-моему, это глупо как-то, я не знаю. Ой, чему? Где он? Полы. А почему бы я вообще ничего не вижу? Зашибись. Я тоже. А кстати, все же почему бы и нет? Кстати, смотрите, впереди там кто-то есть. Где? Где? Вот, впереди вон там кто-то ходит. Это я. Рабочий соп. Вон там. А, вон там. Какие-то зомби, наверное. Нас выбрасывают обратно, заметь. Да, ну, да. Нас выбрасывают обратно, либо какой-то глюк, либо я не знаю. А. Это зад, это задха нас. Задхо. Да что делать? Неси минал. Так мы сейчас заплутимся до. Блин, и это так будет целая серия. Мы не знаем, что. Ладно, я тогда. Не знаю, может запись прекращу пока. Мне конечно. Гром. Он должен быть. Либо это какой-то может глюк, я не знаю. Блин, да он телепортирует, я просто. Это мне надоедает. Да. Я и так сегодня в думе думал, а вы им еще здесь заставляете думать. Dark Dragon, come back here, Vlad, come back here. Всем. Да ёпрсто, куда же идти-то? Не знаю. Я сейчас тех с лука пострелю просто. Не, не да получится. Сюда. А, куда? Давайте. О, у меня камень какой-то. Камень в руках. Подождите, может что-то найдем? Какое-то зелье или что-то такое. Может в квесте написано, как его убить? А посмотрите. А, да, кстати, сейчас давайте Так. Array the spider, that the mage. Kill them all. Acid Herobrin. А, доступ к Herobrinu, stop him. Это херня, в общем. Так, где он? Где он? Заметьте, я опять ослеп. Как, кстати, так ос... Чё? На время же ослепляет. Не, ну, значит, кто-то должен ослеплять. Блин, а смотри, а там башка какая-то, либо для красоты, либо чё. А, ой, меня убили? Зомби, зомби! А, как? Кто? Ну это кто? Я думаю... А, ой. Я опять... Что такое? Я ничего не понимаю. Это опять ничего не видно. Погодите, да ё-моё, где он прячется, а? Он заколебал. Этот чувак меня заколебал. Люди. Ау. Этот чувак меня заколебал уже. Окей. Где он? А нам еще надо будет столько народу убить будет, блин, это жопа будет. Ой, ёпал, да, да ё-моё, да. Да, ой, них вообще. Сейчас. Ставил Влад. Есть. Все. Ёлы-палы. Я даже не думал, что такое может быть. О! Так, я беру. Он мертв. Это невозможно. О, куда я телепортнулся? Заткнулся. О, все, есть. Мы его убили, ребята. Мы его убили. Прям дальше. Прям стоп, дальше. Стоп, подождите меня, подождите меня. Давайте пошли в другую сторону, да. Куда, куда, куда? Что? О, в другую сторону, вот, сюда, сюда. Там Влад. О, бой. Ой, меня убили. Сильно зомби. Сина зомби. Па-па-ра-пам. Па-па-ра-пам. Так вставляешь пластинку, а там Сина играет. Не-не-не. Приходишь на ринг, а там Сина стоит. Так, идем. Сина. Ту-ду-ду-ду.
Не, приходит Шинский Накамура и всех убивает. Чувствую, мы будем сражаться с многими человеками. Это так. Да хватит меня бить уже, зомби Пигман. Пигман. Пигман, были во втором мире. Я вижу, Влад, я вижу, Влад. Влад, тебе надо обладунки бога? Это как райские врата от бога. Доспехи бога, тебе надо? Не-не-не-не. Фильм Джеки Чан. Может просто тупо отстреливаться от них, пока вы там с ними развлекаетесь. Да подождите, нам надо их убить. Погодите, воу, да что такое? Вот это скелет, блин, сильный. А тут что? Библиотека? Я пошел наверх. Да, библиотека какая-то. Погоди, ой, надо выстрелить. Они регенерируются. Ой, не надо библиотеки. Ой, не надо. Ой, не хочу библиотеки. Они регенерируются, ребят. Да-да-да, надо... А, блин, они мне в задницу стреляют. Надо искать место, где босс. Я буду ищи место, где есть босс. Ты красиво. А, иду, иду, иду. Я пошел наверх. Слушайте, ребят, здесь красиво. Ай, черт, меня преследуют. Меня преследует Вася Пупкин. На этаж выше. О, кнопочек. Ой, я... О, зачем? Ух ты, где я? Ой, ёлыбал, на меня напали, на меня напали. Сань там сзади. Так. Пусти на меня. Так. Нам надо убить ведьму и какую-то фигню. Еще кого-то, короче. Ведьму еще кого-то. Двоих надо убить. А они тут регенерируются. Не, я не про этих, надо нам убить еще одних, два босса. Погодите, я сейчас... О, тут ящик какой-то. Так, я бегу ай-яй-яй. Пока. Поднимаюсь на второй этаж, может найду какой-то босс. Go, 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 оле, оле, оле. О, что это? Дяденька, не бейте меня, дяденька, не бейте меня. Я люблю сверху. О, Влад, вижу, Влад. Ой, о, вот меня напугал демон. Музыка играет, прикольно, что музыка играет. Ой, да-да-да-да, би-би-би, зомби. Пошли. Ой, ёлыбал, тут шахи. Ой, а мы на улице. Блядь. А-а-а, это балкон, Миха, ну, что ж ты? На улице была, мне интересно было. Мне интересно, что у нас там происходит. Улица Димитрова. Который так не мог пройти. Ой, извините, я не хочу. А что там сложно? Не, ты имеешь в виду игру? Это место. Да. Она с Рапсом не дружит. Вау. Вау. Тут какой-то сундук, надо посмотреть. А, кстати, между прочим, улица Димитрова это про игра про мою соседнюю улицу. А, значит, все, мы уже определяем. Все, 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 все. Да-да-да. Так, валим отсюда. Печенку взял, печенку. Ой, а я здесь был. Ой, ёлы-палы, сколько тут этих сволочей-то. А, не-не-не-не, дайте мне за... А, блин. Тут какие-то рычаги вообще. Я один рычаг. Ой, Саня, я тебя вижу. Ты красивый. Не видишь? Красивый. Дайте поцелуй. Ой, к тебе идут. Аккуратней. Ой, я подбил этого, видишь, какой хороший. Идем за мной, Влад. Погоди, ты посмотришь. Течение. Ребята, идете все наверх через белые эти белые ступеньки. Окей. Okay. Ну тут нужна помощь с зомбями. Слишком много. Миха подлетел. Миха! Ай, я помогаю. Помогай. Или делай вид, что ты помогаешь. Еще как? Курочка. О, зомби с курочкой. Курочка зомби. Просто нам меня нужно бьют, эти комнаты расчистить. Меня тоже. Мне был эндерман. От Миха сидит, нифига не делает. Да как ничего не делаю? Почему? Он спасает родину. Белый полос. Я думаю... Этих засран... Ой, эндермен, эндермен, эндермен. Я думаю, ребята, мы скоро закончим эту часть и продолжим как-нибудь в следующий раз. В следующей жизни. Да-да-да. Как-нибудь через неделю. Нас тут всех убивают за видной регулярности времени, я вижу эндермена. Да ё. Да ё, вот это стреляет стрелами. О, тут сундук, сундук. Сандос? А там чё и нету. Сандос? А рычаг нажали? Ага. Нет. Как? Или да? Ну я нет, я на рычаги не нажимал. В кровати здесь можно сохранить. О, я вижу Саню. Саня, ты белый Power Ranger. Куда я пошёл? О, Саня, иди, 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 иди. Там хороший выход. Да ё-моё. Да меня зомби обстреливает, ай. Блин, вот здесь я застрял, Сань. Когда от вас убежал. Я застрял в пути. В Путине. Так. Ты застрял в Путине? В Путине. Вот мне интересно, куда тут
Где тут следующий босс? Нам надо ведьму еще кого-то там убить. А, так смотри, тут надо наверх еще идти. О, Миха, как смачно так прорвался, как спартанец. Идете, идемте, идемте, идемте. А давай за мной. Я не знаю, где. Может мне... быть, именно сюда? Ты... Погоди. А, там я. Ой, ёлы-палы. Там сундук. Сандос. Там Сандос сидит, там Сандос правительствует. О, сундучина. А сундуки-то пустые. Открывается что-то. Так. А, это ты, человек-матрос. Так, идем. Надо сразу сундуки, сразу да, человек... Не, я там один сундук брал, там яблоко было золотое. Яблоко. Надо его вот продать. Тут наверху пишет, что надо убить. О, нажимаю кнопку. О, ух ты! Что такое? Вот это заберу, пожалуй, я себе. Arena the Spider is still alive. Надо их убить. Бессмертно, что ли? Ой, елки-палки, там кто-то о, зашел. О, а то что такое? Fight Херабрин, Херабрин! О, а, погодите, погодите, прежде чем я приступлю, погодите, давайте-ка обновимся. Мы не сможем, нам надо убить спайдера и ведьму. А, блин. Миха, у тебя все найдем. Доспехи о, есть? О, ребят, держите, ребят. Да, а, все. Немного есть всего. Мне нужны только штаны и все. О, у меня лук есть, нифига да. себе. У меня есть. Один, у меня одни штаны есть, вот. Какие-то тут, иди сюда. А, мне, нам нельзя, ребят, нам нельзя, мы не убили паука и... Да-да-да-да, и ведьму. Кстати, у меня золотые эти, блин, меня, Влад. Ну. Или Саня. Во. Я в шапке новый. А, да ты просто о, нигер. Король, король. Тут этот нигер себе позволяет. Давайте искать вход. Во-во, погодите, там... может где-нибудь здесь? Поспите на кровати. О, рычаг, поспали? Смотрите, ребята, а, точно, давайте поспим на кровати. Я поспал уже. А, я не могу, пока сохранился. Рядом монстры пишет. Где рядом монстры. А, не, я могу, я могу. Я могу, я заснул. Стойте, а тут что-то есть? Сохранить. Я заснул. А, тут зомбак появился. Зомбак. Мне сейчас убьют. Будет существовать человек с фамилией Зомбак. О, ребят, тут зомби. Куда же нам надо? Ребят, тут зомби, нужна помощь. Я не знаю, я... А тут рычаги есть какие-то. Все, убил. Там один не зомби. Не могу поспать, пока монстры, ну окей, не могу, так не могу. Блин, зашибись так. Где я? Где я? Так. Ой. Ой, ёлы-палы, мне сейчас хана будет. Вообще пока место. О. Ты куда находишь? Они бесконечно. О, Миха. Ух ты, я что-то нашел. Они конечно. Какой-то вход почему? Странный. Ой, сзади. Миха. Они не убиваются, они это бессмертные какие-то. Значит, не, может у куда? Них это. Это куда? А, у них здесь какая-то регенераторская, давай подумаем. Да, да, да. Спрятка. О, о, кстати, Миха, попробуй здесь сохраниться. Я сохранялся уже. Так. Кроватки царской. А может просто нам нужно перебить большое количество зомби? Не, нам надо. Нам надо убить. Это интересно. Я думаю, мы чаще закончим и продолжим как-то. Не знаю, завтра что ли. 5 декабря. Следующего. А, не, этого года. Следующего года. Стоп, а тут что? Когда Майнкрафт потеряет свою актуальность. О, какая. О, погодите, а если выйти вот сюда? А мы же не заходили под еще другую лестницу, забыли. Погодите, 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 погодите. Спускайся. Есть темный коридор, давайте исследовать. О, ребята, тут проход какой-то. Саня, ты где, кто, где, я не знаю, где Влад. Влад, ты где? А, кстати, а что я как... А, нет. О, ребят, сколько тут... Ой, на меня напали, ёлы-палы, ёлы-палы. А я не знаю, где ты. Рычагов. Тут рычагов много, тут рычагов много. Я не знаю, где ты. Блин, что же делать? Тут много рычагов. Вот я не знаю, так, где надо ты. Сюда валить. Эх вы. Fuck you guys, I go home. Окей. Ой, экран. Да где вы? Да где? Я сам не знаю, где Влад. Ну ладно, я сделаю вид, что я вас видел. Давайте все умрем, давайте на спавне будем. Все, так. О, я вас видел. О, я вижу, я вижу Влада, я вижу Влада. А я... О, вот здесь основной проход. О, здесь библиотека. А, кстати, мы сюда не проходили. О, ребят, я кого-то вижу. А, он меня стреляет. А, ёлы-палы. Это шахит. Мы на первом самом этаже. На самом первом? Водичка. Рычаг. Так, теперь сюда пройдем. Чё тут? Ничего не вижу. Ой, я упал, как смачно. Надо... Ой, там кто-то ходит. Надо яркость настроить полностью, а то ничего не вижу. И то ничего не видно, блин, прикиньте. Скелет какой-то, я узнать не могу. Ай, упал. Оу. Влад, ты куда пошел? А, это не Влад.
Ладно. А где вы именно? Мы продолжим в следующей части. С вами был Саня Электрик, Миха Дарк Драгон и Влад Даглас. Всем пока. Кадр нашел так себе. Всем пока.